На скамье подсудимых 24-летний Серик Гариф. Он признал вину в убийстве 34-летнего Рустема Ракишева, который являлся его непосредственным начальником. Адвокат потерпевшей стороны заявил несколько ходатайств. Она не согласна с выводами одной из судебно-психиатрических экспертиз, которая признала, что Серик Гариф действовал в состоянии аффекта. Адвокат считает, что дело должно быть переквалифицировано. Гариф утверждает даже точно, что все произошло от злости из-за мести. Побудительная причина стала неуклюжая походка, как у медведя командира Ракишева. Из показаний Гарифа от 6 сентября 2018 года следует, что последний носил при себе нож для того, чтобы расправиться с любым начальником. Ведь он отрицает возможность, он не отрицает на вопрос прокурора возможность применения ножа при удачных обстоятельствах. При этом указывает, что потерпевший Ракишев был крупного телосложения и физически сильнее, значительно превосходил Гариф. В связи с чем последний принимал неудачное применение ножа для расправы над начальником. И самое главное, достигнув цели умышленного убийства начальника, Гариф заходит в дежурную часть, хладнокровно сдается сотрудникам, дежурным сотрудникам РУВД, лично заявляет Болдом. Болдом можно перевести все, а можно перевести закончим. Отец потерпевшего, Жаскайрат Ракишев, отметил, что требует для подсудимого самого жесткого наказания, вплоть до пожизненного лишения свободы. Мы хотим час второй, потому что тут раз мы хотели писать, ответ нету. Даже прокуратуру писали, ответ не давали. Следы тут не дали, ответ нам не давали. Теперь будем еще посмотрим завтра. Какого наказания вы хотите? Вы такой хотите наказание? Час второй, пожизненное заключение. Вы хотите пожизненно? Да. А приходили к вам родственники? Никто не подходил ко мне. Да, никто не просил. Никто не подходил. Никто. До сих пор. Уже пятый месяц. Как сейчас живут супруга, дети? Что дети там? Живут? Как живут? Я уже два раза в больнице попался. Сердце сейчас болит. Как вот может быть? Ну. Здорового человека убивает в семье. Кто будет кормить? Так это разве можно? Мирным временем дети друг друга убивают. Это милиция тем более убивает. Узлы милиции. И он хочет осуществить. Он хотят себе показать. Он как будто здоровый, но сам он заяц как пугает. Напомним, что 6 сентября 2018 года во дворе Акжаикского РОВД сотрудник полиции Серик Гариф произвел 7 выстрелов из стабильного оружия в своего командира. 4 пули попали в Рустема Ракишева, который скончался на месте. После этого Серик Гариф сдался своим сослуживцам. Он заявил, что совершил убийство из-за придирок своего начальника. Роман Копняев, Нурлан Кунашев, Александр Грабарев, ТДК-42.